Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Итак, сегодня я представлю вашему вниманию продуктовые французские корзинки. Надеюсь, что содержимое этих корзинок вам понравится. Итак, корзинки будут в трех вариантах. Первое – это набор ассорти, второе – это набор для гурманов и третье – это набор делюкс. В принципе, ценовая категория будет практически одинаковая, будет только различаться содержимое самих корзинок. И сразу хочу сказать, под заказ корзинки формироваться не будут. Они будут представлены именно в тех вариантах, которые вы сегодня увидите. Итак, пойдемте, я сейчас покажу, что же за наполнение у моих французских корзинок. Итак, корзинка номер один. Это корзинка ассорти. Создана она по вашим заявочкам, которые вы мне писали в комментариях и в ваших письмах. То есть то, что больше всего встречалось, я в эту корзиночку и положила. Итак, что в нее входит? В нее входит вот такая вот большая банка французского рагу под названием рататуй. Затем вот такая вот баночка очень вкусной горчицы, настоящей французской. Она, видите, в зернах. Я ее тоже показывала в своих блюдах, которые я готовлю. Затем здесь есть 1 литр оливкового масла экстра виржин. Баночка паштета мясного из свинины с кальвадосом. Затем палочка сыровяленой французской колбасы сосисон. Кускус, из него можно очень много приготовить, и он очень популярный во Франции. Вы можете встретить и салаты, которые называются табуле, ну и сам кускус по вашим письмам. Я поняла, что очень востребован, поскольку и с подливкой можно сделать мясо какое-то, и просто на завтрак приготовить. И готовится он быстро, в течение 10 минут, ну и очень вкусный. Ну и завершает наполнение корзинки популярные французские конфеты от фирмы Arribo Tagada. Конфеты эти очень вкусные, их любят и дети, и взрослые. И также они очень популярны во Франции, поэтому они тоже находятся в этой корзинке. Итак, стоимость такой корзинки вместе с доставкой в города Украины 30 евро. И сейчас я покажу, что входит в корзиночку для гурманов. Это вот такая вот упаковка нарезки из французской колбасы под названием розетта. Затем копченый бекон и сыровяленая ветчина жамбон крю. Это, если кто знает или был в Испании, это наподобие испанского хамона. Затем копченая утиная грудка. Это большой деликатес, она невероятно вкусная. Затем палочка сыровяленой колбасы. Дальше это пате анкруте. Это вот такой вот, я сейчас покажу, чтобы вы видели лучше. В тесте получается как паштет. Я его тоже показывала в своих видео. И это даже больше похоже не на паштет, а как бы на домашнюю колбаску. Все это обворачивается в тесте и запекается в собственном соку. Очень вкусно. Французы его подают на аперитив. Ну и баночка паштета из свинины с кальвадосом. Стоимость вот такой корзинки, вернее, как даже это, более мясная такая подборка вместе с доставкой в любой город Украины 30 евро. Ну и вот такой вот набор включает в себя корзиночка под названием Deluxe. Итак, в нее входит фуагра дюканар 200 грамм, это 4-5 порций, невероятно вкусные и нежная. Затем конфи дюканар. Рецепт вот этого блюда есть на моем канале, вы можете посмотреть. Это утиные ножки, тушеные в течение нескольких часов, вернее, даже они запеченные в собственном соку и в жиру. Тоже это считается во Франции деликатесом. И могу сказать лично от себя, это просто невероятно вкусно. Затем палка сыровяленой французской колбасы. Паштет из свинины с кальвадосом и копченая утиная грудка.
стоимость корзинки Deluxe 35 евро с доставкой в любой город Украины. Еще небольшое дополнение. Первым трем заказчикам, какую бы вы из корзинок не заказали, я вышлю вместе с вашей корзиночкой бутылочку нашей знаменитой французской минеральной воды Перье. Благодарю всех за внимание и за интерес. Ну и как всегда, до новых встреч на моем канале. Пока-пока!